Женщина доходит в секс-шоп, долго мнется, что-то не знает, краснеет, бледнеет. Потом говорит: ну ладно, я, пожалуй, возьму третьих чудных фалоимитатор. Вот тот черненький, вот тот желтенький и вот этот замечательный красненький. Продавец говорит: ну по поводу черного и желтого, пожалуйста, а по поводу огнетушителя я должен посоветоваться с хозяином.